Скажи всем привет. И скажи всем пока. Пока. Ты куда собрался? Садик. Да? Скажи папе, что ты уже готов, да? А папа еще не готов. Всем доброго утра. Я уже проснулась, сделала детям чай. У нас закончился сахар, поэтому чай сегодня с медом. Сделала тосты. Сейчас вот бужу Григория. Потому что нам к 9 надо ехать на карате. Антоха сказал, будет дома. Не хочет. Гриша, ну, Гриш, тебе вещи готовят? Может, не поедем тогда? Или поедем? Хорошо, я тогда не буду. Я пошла белье вывешивать, да? Какое хорошее утро. Сейчас будет вообще круто бегать, да? Так, мы с Гришкой на плане. Бежать. За что? Не знаю. Так, все, тренировка закончена. Сначала пятерочку. Ну подожди, пошли. Сейчас надо же кошелек взять. Здесь пошли, потом заедем. Давай сейчас Армана завезем. Мама, так же было в прошлый раз. Я тебе говорю, надо в игроковник заехать. После того, как Армана завезем. Да. Так мы и не заехали. Так, мы уже дома. Думаю, вам понравится. Гришей заехали. Подгорка со вкусом ванили. Да? Гришка. Просто я... Нет, ну я как? Я же не виноват, то, что ну я не успел. Да? Ну я встал, я поехал на тренировку. Так, пошли, тренировка моя. Ну, конечно, нас 35 кругов заставили бегать. Ничего страшного, вы там так... Вы там так считали, что как раз вы 30 пробежали, ребят. Давай, заходи. Кубки из пятерочки, яйца. А? Да? Да. А тостики я тебе делала, ты не поела, рису такое купила. Там сегодня Родион на Серёгу приедут. Зачем? Молоко было вот такое вот по скидке, купила его. Мама. А так, что еще? Сметанки к борщику, у нас же сегодня борщ. Творожок. Так, иди давай. Только расстегнись, Гриш, там тепло. Хлеб. Хлеба. Белый и черный. Яблоки. Это, я думаю, это помидоры. Нет, это яблоки. Это грудка? И грудку, да. Еще паштети. Да. Все, у меня здесь варится рис. Я на обед очень хочу рис. Вот сейчас вот себе пакетик купила, отвариваю один. Здесь у меня утка для борща. Сейчас буду готовить своим мальчишкам борщ. Уже начистила овощи. Морковка, свекла, лук, картошка, чесночок, перец болгарский и капусту буду по ходу добавлять. Вот, начинаем. Борщик покушали все, я уже все приготовила. У нас тут были гости, поэтому я ничего не снимала. Сейчас дети просят куриную грудку, я ее сейчас замариную в соевом соусе. Вот здесь все приготовила для соуса, мисочку. Куриную грудку порезала такими достаточно крупными вот полосочками. И сейчас делаю заливку, соевый соус, мед и подсолнечное масло. Немного меда, сейчас немного еще соевого соуса. Вот так вот. И подсолнечное масло и чесночок сюда еще выдавлю. Я добавила сюда 2 зубчика чеснока, таких больших. И сейчас... Главное, чтобы мед растворился, нужно хорошо все перемешать и прям давить его, потому что он уже такой засахаренный. Мы будем сейчас поливать все это. Сейчас мясо помаринуется и вечером поджарю. Дети так просили вот такое вот мясо, просто на сухой сковородке, из-за того, что здесь подсолнечное масло есть, можно обжаривать на сухой сковородке, чтобы не было жирно. Вот, сейчас вот это все помаринуется, будем жарить. Сейчас сверху накрываю пищевой пленкой или тарелочкой, не знаю, не хочу пищевую пленку отматывать.
Я уже очень жду Пасху, обожаю этот праздник. Сейчас буду фоткать вот таких вот подскальных заек и яйца. Это все в Динскую поедет. Уже открыли дверь железную, уже теперь вот эта деревянная. Хорошо, хоть стекло вставили, да? Давай без стекла! Давай, пусть мухи к нам залетают, да? Антоха собирается на улицу без носков. Антош, пойди одень носки, не нервируй. Принеси! Сейчас я это принесу, ты разбуйся, сначала куртку переодень. Мальчишек нет, все на улице. Они пошли провожать Родю. Блин, Родя, я часы забыл. Завтра отдадим на карате. А я пока помонтирую видео. Дети вернулись, дети. Да, я видела, вы самые первые убежали, а они еще здесь были. Это как это вы их так провожали? Они потом нас перегнали. А, вы на перегонки? Нет. А Родя часы забыл. Гриш, ты сразу в сумку каратистскую положи. Завтра отдашь. Завтра же карате. Ух ты, ну что такие часики? Иди, положи. Интересно, это мой размерчик? Нет, это Родин размерчик. Только что перекусила, съела пачку творога. Сейчас хочу убраться вот в этой, на этой полке, потому что у меня тут вечно что-нибудь вываливается, падает на стол. В общем, неудобно. Сейчас разберу все. Вроде все надо, вот не знаю как. Как быть? Жалко выкинуть. И уже тут лежит мертвым грузом. Выкину все, что не пользуюсь. А дальше будем разбираться. Что хотела сказать, у меня куча тарталеток, представьте, одна пачка начатая, еще одна и еще. Я не знаю, куда мне столько тарталеток, ребят, дайте мне рецепт. Что туда засунуть, что приготовить, интересно, не знаю. Ну, можно на пасту, да, сделать перепеленные яйца, например, сюда сложить. Ну, в смысле, имею в виду почищенные, да, и какой-нибудь салат сверху перепеленное яйцо. Мне кажется, будет здорово, так по-пасхальному, может быть, сделаю, выбрасывать не буду, потому что это точно не портится. И что еще хотела сказать? Сила мысли. У нас есть сахар, у нас закончился сахар. Сегодня дети мне сказали, фу, чай с медом, и мне понравился. И сижу, не пила с сахарной пудрой кофе, поэтому нашла вот такой сахар, сегодня его добьем. Показываю, вот это мусор, сыпала в сечи, я не знаю, можно ли так делать, сыпать сечи в банку, и зеленые, и всякие, и черные, и все вместе, сейчас хочу все это перемешать, потому что вот у нас по пакетикам по чуть-чуть пооставалось чай, и знаете, мы смотрим, ой, чуть-чуть, не будем заваривать, берем другой, и вот так вот сколько, раз, два, три, четыре, пять пакетов, которые не будем заваривать, потому что возьмем другой, поэтому... Всыпаю все в одно, перемешаю, будет смесь черного и зеленого чая. Кофе вот этот выбрасываю. Ужас, ужас, просто вообще невкусный, нам не понравился, поэтому выбрасываем. Что тут осталось у нас на полке? Сахар пока что вот такой вот, чай из пакетиков, кофе, который нужно помолоть, надеюсь, что будет вкусный, потому что купила в зернах, не глядячи, помелим, азерчай для заварки, это, как он там, ахмад для заварки, вот этот кофе мы сейчас пьем, не особо нравится, ну, блин, не очень вкусный. Так, вот еще какао немного осталось, и вот такое какао. Вот, весы пользуюсь часто, поэтому поставила на низ, а все время стояли наверху. Думаю, зачем тянуться, зачем я тянусь, если можно поставить их вниз. Салфетки, здесь чайнички, сода, уксус еще здесь тоже. В общем, тарталетки пока убрала туда, там всякие записи, тетради и трубочки, вот нам на год хватает в Икее, вот, по-моему, уже скоро пора ехать в Икее. Все, сейчас здесь убираюсь, печеньки все тоже сюда складываю, если вдруг что-то остается, так вот это все на выброс, и еще оставляем листы нори. Может, когда нам приспичит с родней еще роллы. Не, ничего не поймали с роди, вот сейчас идем смотреть, мальчики наши возле речки, что там. Может, сегодня будем рыбу на ужин, да? Хотя я уже курицу замариновала. Они попросили меня вот эти куриное мясо пожарить. Уже вовсю вот эти вот цветочки, посмотрите. Еще и паутинка, еще и закат.
Я думал, ты меня снимаешь. Нет, я цветочки. А я даже не знаю. Это, наверное, картошку, да, похоже? И тут, наверное, картошку, да? Чтоб рыба, она не за первый раз. Уже начинает понемножку карасик появляться. Сережечка! Ну, значит, мне в гости пришел. А нет, меня уходят. Ты червя, сынуль, или ты опарыша? Это опарыша. Это червь. Это Антохин. Он еще и мальчик. Сереж, помоги. Баловался, ну опускал удилище, он как резко потянул из этого, так вот здесь вот он отрезал. Ну это уже выкинуть его, ну надо посмотреть и все. Холодное, он вообще уходит. Кстати, я спрашивал, специально мне дали под... Миша, он до Антоши, пойди рядышком, домой. Только держаться надо. Сержа. Ой, Афоня. Во, вот так вот, во. Если хочешь ловить рыбу, да? Да. Надо ее ловить, да? Да. Ну что там, Саша, рыба будет? Да, дай ловить. Должна, да? Мама, надо летом. Летом надо? Да. Да чуть потеплее ты будешь. Сейчас вода нагреется, да? Надо поставить. Никого не будет, потому что вода еще холодная, она еще там трется. Ты далеко не кинешь, у тебя не хватит груди. Да у тебя, глянь, грузик на червяке висит. Что вы там ловите? Там улитка. Ну. Оттяни, от скобу. Пошлите, маленькие детки. Гриш, ты еще останешься? Антош, ты пойдешь? Пошли. Афоня, пошли. Александр. Мы идем. А ты, друг мой, пойди куртку одень. Ты пойди куртку, вот эту, что вечер. Я тебе давала, да. А мы сегодня по прибеге видели. А я тоже, они у нас там два плавают. У нас они потом вот так сюда прибили. Мы еще видели, как вот так две утки, ну как будто раз в сердце так это. Шею сделали. Это лебеди. Вообще-то ушки. Да? Да, помнишь, меня поздно летающий объект? Летающая паутина. Красота же. Красное-красное солнце. Обалденный закат. Папа! Да. Да. Она такая! Это какая сборная? Давай. А Афоня, глянь, какие бутсы! У него бутсы розовые! Да. Красные! Отворот! Блин, не жарю детям грудку, которую вот мариновала на сухой сковороде, потому что тут масло есть в маринаде, поэтому ничего не должно прилипать. Вот, сейчас обжарится, будем ужинать. Вот себе быстренько пожарила, хочу сейчас сделать салат с капустой и с морковкой и сверху вот эту горячую грудку выложить, мне кажется, должно быть вкусно. Вот салат, у меня здесь просто капуста, морковка, сейчас добавлю курицу сверху. Здесь как раз вот этот соус. Это я себе курочку поджарила. А дети, это детям, сейчас у них немного соуса возьму, полью салат, буду кушать. Дети уже едят мясо и говорят, что как будто креветки, да? Да. Ну что, а рис не любите? А Гриша еще и с рисом. Мы играли с футболом. Ну просто
это у меня вот это у меня вот типа тарелочка. Что-то мы говорим о вкусе, а никто приятного аппетита не сказал. Да? Да. А ребята, всем приятного аппетита. Всем приятного аппетита. Мама. Как же ты? Мама такой сердитый. Кто? Мама? Мама. Она еще вафли дала. У нас есть. Вафли? У нас есть, мам. Да? Я не все высыпал сюда. Угу, хорошо. Я... Афонь, сейчас, давай завтра этим займемся. Мама, хорошо? Мама, вот такая вот кружечка у меня. Подписывайся на канал Кутаренко. Нажмите на колокольчик, и вам будут приходить быстрее новые видео. И на красную кнопочку не забудь. И золотая, и бриллиантовая. И существует три кнопки. Первая серебряная, золотая и фонтанчик. Афонь, выйди, пожалуйста, с кухни, хорошо? Выйди с кухни. Выйди, все, давай спать. Выйди с кухни. И бриллиантовая. Она, ее надо заработать 10 миллионами. Если у тебя так геометрические люди. Серебряная внизу, посередине золотая и наверху. Первое место серебряная. Бриллиантовая. Бриллиантовая. И бриллиантовая я жду, пока мама не заработает, я хочу на нее. И на всякие подарочки, там не только кнопки. Да? Да. I used to believe.